Приветствуем всех на нашем новостном канале. На нашем канале вы будете всегда в курсе новых событий в шоу-бизнесе, поэтому, чтобы не пропустить следующие видео, просим вас подписаться и нажать на колокольчик, а также не забудьте поставить лайк. Приятного просмотра! Средства массовой информации так часто информируют о смерти Леонида Якубовича, что тот захотел организовать на кладбище репетицию прощания с самим собой. Леонид Аркадьевич Якубович, которого уже не раз хоронили от всевозможных болезней, захотел прикинуться покойником и разыграл собственную смерть. Ведущий Поле чудес лег в гроб и спокойно пил водку, тем самым учинив переполох на кладбище. Программе «Поле чудес» на днях исполнилось 30 лет, а ее ведущий Леонид Якубович уже отметил свой 75-летний юбилей. Телеведущий пришел в студию программы «Вечерний Ургант», чтобы пооткровенничать воспоминаниями о прожитых годах и работе в любимом зрителями капитал-шоу. Также Леонид Аркадьевич высказался о слухах о своей собственной смерти, которые временами появляются в интернете. 5 лет меня хоронили, с точностью указывая место, время похорон и проводов, писали, сколько будет продолжаться церемония прощания. Причем хоронили от различных болезней, вспомнил ведущий «Поле чудес». Однажды Якубович и сам чуть было не распространил слухи о своей смерти. Но сделал он это неумышленно, лишь хотел снять эффектную картинку для своей программы. «Я захотел снять рекламную паузу на кладбище», — рассказал Якубович Урганту. «Сценарий, который я придумал, был прост. Мол, как я лежу в гробу, меня несут и собираются закрывать крышку гроба. А я встаю и говорю: рекламная пауза. Была глубокая осень, и вот я лежу себе в этом ящике, ровно как в фильме «Летят журавли», на меня сыпется дождь со снегом, листики падают. Меж тем один дубль, второй, то венки не так понесли, то еще что-то. Я лежу, мерзну. Наконец-то меня укрыли одеялом и дали грелку, в которую налили водку, дали трубочку. Я лежу себе, наслаждение неимоверное. И вот, наконец, мотор, камера, понесли венки, крышку. Я поднимаюсь, и еще до того, как успел произнести рекламная пауза, внезапно понял, что кладбище уже работает. Поток людей идет уже. Все говорят, Якубович умер. Когда я сел в гробу, понял, что никогда не видел, чтобы люди так быстро бежали вместе со своими покойниками. На это было страшно смотреть. Впрочем, старания оказались напрасны. Сцена на кладбище так и не попала в эфир. «По-моему, я убрал это из программы. Жаль, нужно повторить», — произнес Якубович. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Чтобы не пропускать новые видео и всегда быть в курсе всех событий, нажмите на колокольчик и подпишитесь на наш канал. Спасибо за просмотр.